Всім доброго ранку, з вами Сергій Натенко, ви слухаєте Радіо Миколаїв FM. Ще хочу вам сказати, що лютий це місяць, коли всі вже магістратуру закінчують, отримують свої дипломи. Ну, я, до речі, теж захистився вже у вівторок, а вручення буде 28-го. Але розмова не про це. У мене був гарний настрій, там, ух-ух, ух, ух, свято, ура, ура, ура! Отримав диплом. А у моїх одноргупників і, очевидно, всі здогадаються, що і в більшості студентів починається депресія. Депресія, я б не назвав її депресією. Якась тривога і така паніка, знаєте. Типу, чого настрій поганий? Що, що стало стапилось? Я не знаю, що далі робити, що мені далі робити. Диплом отримала, а що мені, і куди мені йти? І от вона така раптова, знаєте, ми про це не думали ніколи. І оця тривога, і просто паніка, він от раптово трапляється. І я думаю, о, нічого собі. Ну, у мене, я скажу чесно, теж була така штука, але коли я зрозумів, що університету вже нема, а є. Натомість з'явилось багато вільного часу. Я такий вжух, так на секунд 15 теж так запанікував. думав, о що з що, що що з цим робити. Я не знаю такі при ну, паніки, Я думав, що це нормально. Ну, З одного боку, це нормально. А з іншого боку, я не думаю, що це навіть є добре і продуктивно, і взагалі це можна якось лікувати. Лікувати у лапках, звісно. Ем, ну, я про цю тематику захотів поговорити з Єфеном Масєєвим, ем, психологом і психотерапевтом. Я вітаю. Жень, а, Жень да, привіт. привет. Можно на так? Да, да, конечно. Так, доброе утро. Слушай, давай разберем спочатку, что такая тревога, что оно она, такая, поясни нам людям, чтобы мы разумели и не плутали, не не за щось інше. Ну, тревога, если это не та тревога, с которой беспокоит, с которой необходимо обращаться за помощью, а повседневная тревога, то это такая функция, которая позволяет нам достигать наших каких-то амбиций. Ну вот я тебя поздравляю с защитой. Ура, И Ведь это для тебя был какой-то определенный вызов. Это была твоя амбиция. Это то, что ты хотел сделать, что угу. было сделать, очевидно, непросто. И был какой-то вариант неудачи. Ну Я вот. сказал, слава богу, когда захрестился. Да, Все. да. То есть Фух. в этом смысл. То есть тревога возникает, вот такая тревога, волнение возникает всегда, когда человек стремится к чему-то, что, возможно, что сложно достичь. Ага. Вот, вот эта тревога это, – это та тревога, которая, ну, является двигателем прогресса, двигателем каких-то свершений. Вот. мы про продуктивность. Да, про продуктивную. Да? Угу. А та тревога, которая непродуктивная, это ну, чувство, которое характеризуется ощущением неясной, непонятной угрозы или просто неясности и непредвиденности. Угу. То есть то, о чем ты говоришь, что бывает часто, когда, ну, предположим, человек дошел до какого-то этапа в своем обучении, ну, в, в твоем примере, uh -huh. и что будет дальше, непонятно. И в этот момент повышается уровень тревоги, потому что э, тревога повышается всегда, когда есть э, два, э, ну, как вот говорят, равновероятных, но взаимоисключающих варианта развития событий. Ага, uh -huh. да. Да, я могу устроиться uh -huh. на работу, и все будет хорошо, и я могу не устроиться на работу, и все будет плохо или, например, або мы думаем, еще все будет багато. Да, да. Понятно. Это, это все, это убеждения, которые основаны на недостатке каких-то данных логических. Ну, предположим, молодой человек хочет пригласить девушку на свидание, угу. и он собирается только это сделать, и у него есть два варианта: либо она согласится, либо она не согласится. У него нет никаких логических данных, как как это ну, как это предвидеть. Ему нужно ему нужно просто это сделать. Но перед тем, как он это сделал, у него есть два равновероятных, то есть она может как согласиться, так и не согласиться, и взаимоисключающих вариантов развития события. То есть, предположим, если он бессонной ночью перед днем приглашения на свидание думает об этом, то вот он думает сначала, как будет, если она согласится, потом как будет, если она не согласится, но успокоиться он не может, потому что не может, ну, поскольку нет у него никаких данных, не может прийти ни к одному из вариантов. Вот і э, ну, с точки зрения вот, психики эм, вопрос, на вопрос нет ответа, поэтому в принципі такое по кругу, а вопрос задається, задається і и задається, і вот, угу. mm -hmm. слухай, то цьому полягай, ну я правильно зрозумів причину? Тобто фішка в тому, що ми фантазуємо деякими сюжетами, вона скаже так, або вона скаже ні. І у той, у той сюжет, який вона скаже ні, ми більше віримо. И из всего причина паника, то есть из того, чем мы накручиваем себя. Я правильно не, а, Нет. нет. То, то, о чем ты говоришь, это страх. То есть разница между тревогой ага, и страхом. Ага, то, ага. что тревога, ну так говоря, профессионально, это чувство некондициальное. Или если по-другому, то вот страх это когда я боюсь чего-то конкретного. То есть причина угрозы ясна. А тревога это то же самое, но когда угроза не ясна. То ага. есть... Если эм, тревогу всегда сложнее э, испытывать, чем страх, если человек э, находясь в тревоге узнает, что вот ты знаешь, э, ну предположим худший вариант, это что девушка тебе откажет вот в этом варианте, да, в этом примере. Но и не если на я... конец света я считаю. Да, но в самом деле это не конец света, и в этот момент человек перестает волноваться. Ну, не, не, ну откажет и откажет. По крайней мере угу. я перестал вот держаться в напряжении. То есть смысл тревоги в том, что Поскольку ответ не находится вновь и вновь, ну, на уровне нервной системы поддерживается постоянное напряжение. И оно может вообще приводить к утомлению, и поэтому часто тревога длительная, приводит к депрессии. То есть просто такое ну, защитное снижение настроения, потому что ну уже сколько можно, ну предположим, mm -hmm. если этот вот в этом примере парень не может пригласить девушку не один день, а там не знаю, неделю или месяц. Ямые. Или или если это ну какой-то другой пример, предположим э непонятная ситуация на каком-то политическом там, ну предположим вот. Да, у нас там кожа что Да, ну вот что-то непонятное, то есть будет война, не будет войны, предположим, будет там вот какие-то, будет падение не знаю, гривен или не будет, и человек находится э, точно ответа на этот вопрос дать нельзя, и и перестать его задавать себе невозможно. И вот получается напряжение постоянное, которое проявляется на уровне тревоги. Слушай, я хотел спросить у тебя, а что же с этой тревогой делать, но, кажется, частично ты ответил на это вопрос, типа, не буду отбирать у тебя хлеб, просто скажи, как, что с этим делать, а я потом скажу, что я понял. Ага. Ну, э, вообще с тревогой, э, ну, то есть, прежде всего, как и с любой проблемой необходимо ее как-то э, ну, сфокусировать, то есть понять, э, э, ну если брать какой-то конкретный случай определенного человека, то нужно узнать, в какие моменты она возникает, с чем он, возможно он может ее связать. То есть по определению конкретной угрозы он назвать не может, потому что тогда бы это был страх. Но хотя бы постараться привязать это к какому-то каким-то какой-то сфере жизни, к какому-то времени. Предположим, тревога возникает только вечером, когда человек стоит отвлекаться на ну, ежедневную какую-то рутину или наоборот, когда тревога возникает на работе, когда много вокруг людей, угу. вот. И, ну, так если как-то технически, то тревогу эм, необходимо перевести вот в этот страх, а со страхом уже можно работать, ну гораздо легче, потому что здесь уже возможны какие-то логические, э, ну, почва для логики. Угу. А дивись, ти ще таку штуку цікаво сказав. От у мене є сюжет, там, наприклад, що вона скаже ні, мені треба зрозуміти, які будуть наслідки. Тобто, я от як для себе зрозумів, один із варіантів подолати цю паніку це пережити той сюжет і зрозуміти наслідки, наскільки вони не значущі в нашому житті. Я правильно зрозумів? Так, да, так. Да. От ще один варіант, це дійсно просто. очень часто в наших фантазиях то чего мы боимся но страшнее чем будет на самом деле но uh -huh. поскольку вот для того чтобы подумать о том что же будет в худшем случае необходимо рассматривать неблагоприятный сценарий и часто мы его ну, как бы от себя отталкиваем uh -huh. вот действительно иногда стоит просто взять и так сказать в таких лабораторных условиях uh -huh. для себя взять и обострить ситуацию что может быть самое худшее uh -huh. и тогда тоже можно просто взять и ну, вот так вот высветить, что ли, самый худший вариант и понять, что, ну, в конце концов, это не конец света. И тогда наш эмоциональный стан переходит у фактор страха, правильно? Мы уже не паникуем, мы просто боимся. Я правильно разъяснил? Да, мы боимся, а когда мы боимся, тогда мы... А что с этим делать? Дело в том, что пока вот страх не сфокусирован, мы находимся в эмоциональном состоянии. Вот эмоции и разум это такие функции, которые конкурируют. И человек хладнокровный, обычно мало чувствует эмоции и может заниматься какими-то расчетливыми рассудительными делами. И наоборот, человек, который вспылил, он находится в аффекте и обычно делает неразумные поступки. Когда мы переводим тревогу в страх, то дальше мы можем перейти, вспомнить, что мы взрослые ответственные люди, и постараться эту ситуацию разрешить просто как задачу. Угу. Добре, а ще от ми про тривогу говорили, а ще є приступи паніки. От вони які раптові такі, знаєш, mm -hmm. от просто от, ми не спимо ніч там і панікуємо, а от просто так раз отримуємо диплом, і розуміємо, а що далі робити, Магдана що як там? Це ж інше. Ми от дві різні речі, правильно? Паніка і от ой, ну пристипи паніки і тривога, це ж зовсім інше. Ну про Макдональдс я я понял. Я туда не не буду, идти, все нормально. Нет, ну панические атаки это такой популярный угу. термин, который который могут называть много чего, но есть клиническое определение панических атак. Ой, все цеху почему? Да, вот это определение оно предполагает, что панические атаки они бывают в структуре тревожного расстройства. То есть в чем смысл? Ну, вероятно, у каждого человека когда-нибудь э, в жизни бывали или, там, или есть э, э, состояние, когда у него есть паническая атака. Паническая атака это э, кратковременный, но высокий по интенсивности приступ э, тревоги, который сопровождается обычно с э, э, телесными проявлениями, то есть это э, э, вегетативные проявления, те, которые бывают при а, сюда, например, страха. Как, как мы это, вот, это может быть ощущение кома по средней линии от солнечного сплетения до горла угу. зажим в горле может быть отдышка то есть сложно вдохнуть или сложно выдохнуть угу, сухость угу. во рту потом все вот вещи которые очень широко литературно описаны например ватные ноги или ноги на нас ага, с ага. давит под ложечкой жара, зноб, то есть вот какие-то покалывания в руках, ну вот все те вещи, которые обычно описывают э, романисты, когда вот он, он, он увидел ее и у него там как-то подкосились ноги, то есть, так, так, так. Э, ну это все вещи адреналовые, когда адреналин вырабатывается, вот, э, чем отличаются, пани... ну вот такие приступы паники, которые бывают у людей, э, ну, условно в норме, и когда они уже зафиксированы, это то, что э, в рамках тревожного расстройства, Перенеся один раз вот такой высокоинтенсивный по эмоциям приступ, у человека появляется ну, такая как бы фиксация. Дело в том, что вот этот приступ, он чем еще неприятен, что э, он не контролируем с точки зрения ну, ага. своего сознания, поскольку это вегетативная нервная система, которая ну, это та нервная система, которая вот расширяет, сужает зрачки, побили... побледнение, покраснение кожи. Мы этим не... ну, сердцебиение, мы это не реагируем, э, не регулируем. Uh -huh. Вот и в этот момент, когда она начинает, так сказать, барахлить, э, с силой мысли ничего невозможно с этим сделать. А что работы-то эм... Не, если не серьезно, можно сейчас работать, В данный конкретный момент, вот, например, я зараз пони, ну у меня эм, приступ паники просто, жух, жух, жух. ну що, що, ну, що, що, к сделать? сожалению, если это настоящие приступ паники, то в этот момент сделать ничего невозможно, потому что сужается сознание. Ну, настолько страшно, что человек обычно, если его опросить, то он потом не может описать, что было. Ну, то есть. Он говорит, вот э, я чувствовал то-то и то-то, угу. а вы помните подходили рядом люди? Ну я как-то вроде бы, я вам верю, что они подходили, но я это, то есть не то, что он их там не помнит, он просто Сымбур, он, так вы говорите. Он не обращал, ну внимание полностью фокусируется на себе, на своем э, состоянии и, э, ну как вот у нас э, ну, у всех людей есть по умолчанию убеждение, что мы живы, здоровы и будем жить. Ну, это то, с чем мы просыпаемся. Никого не помрамо, так. Да, ну потому что иначе, иначе очень сложно, если постоянно <говорит> находиться в сомнении. Вот. А в этот момент это вот убеждение, оно. Ну, перестает быть таким вот железобетонно-аксиматичным. <говорит> Потом, опять же, панические атаки обычно бывают у молодых, здоровых людей, которых, которые еще не имеют опыта. Ну, как что это такое болеть? Ну, вот, то есть, ну, очень частый возраст это от 20 до 30 лет, это люди, которые могут, не знаю, не спать несколько ночей, готовясь к сессии или как-то там так гулять так, что ну, как не uh -huh. могут гулять. Uh -huh. То есть тоже бессонница, какие-то экстремальные виды там uh -huh. спорта, это люди, которые могут ходить вот в такое время, как сейчас там, в кедах, в тонких джинсах там или ну вот. То есть люди, которые. Моє здоров'я? Ні, я взагалі об этом не думаю. Это, я безсмертний. Дункан Маклауд. Я зрозумів. Слухай, Женя, я просто ну, намагався зрозуміти, як з цим боротись, але зараз я підійду з іншого боку до питання. Uh -huh. От, а чи є якась, давай так висловимо профілактика? От що треба по в повсякденному робити житті, так, щоб знизити вірогідність цих панічних атак? у жизни, ну там уже, ну половины, на сколько там процентов, вот ну, який вот ци, здоровый способ жизни улюдина, что требы работы, там это я не знаю просто, скажи мне. Ну профилактика эм, здесь, э, ну нужно понимать, что вот, с чего мы начали, что тревога это вообще-то нормальная функция и она у ну, нас так. у всех есть определенный уровень тревоги, ну, это вот то что то что заставляет нас как-то развиваться. Угу. Что касается вот именно панических атак, ну здесь, ну как профилактика, это да, действительно здоровый образ жизни, и можно подумать о всех тех способах так называемой психогигиены, которые существуют. О, сейчас, сейчас... То да. есть это. Э, э, ну, предположим, э, было бы неплохо иметь размеренный э, образ жизни, то есть понимать, когда иметь режим в плане сна. Э, угу. Очень часто паническая атака возникает у человека после э, недосыпания, переутомления или интоксикации. Угу. То есть. Э, вот это вот ощущение внутреннего какого-то эм, ну, тревоги, внутренней такой дрожи, оно ну, вот так по опыту часто бывает у людей после ну, какого-то праздника, где был алкоголь, и с утра вот этот постинтоксикационный синдром, э, mm -hmm. и вот оно как-то начинает э, ну, трусить, и поскольку опять же в опыте такого не было, возникает тревога по поводу того, что, ну, грубо говоря, я умираю или что-то со мной происходит, и э, mm -hmm. это может быть но мы надо синим сон сдается. так махнула рукой а я там до третьего не буду спать если нормально ну так? да в, в, в нашей, вот, нашей mm -hmm. какой-то культуре или цивилизации когда человек приходит домой и он не отдыхает а наоборот часто начинает только включает интернет телевизор mm -hmm. и, mm -hmm. да конечно сон ну необходимо понимать сколько времени на сон уделяется и ну, вот, посчитать вообще сколько вот конкретно каждый человек должен задать себе вопрос сколько я времени уделяю на сон Угу, угу. От, наскільки он, наскільки он вообще, ну, Слухай, а тут така штука є. У нас ем, буквально півтори хвилини залишилось. Я от хотів одне питання прояснити, яке ми до ефіру говорили. Зараз люди, вони не всі дуже довіряють психологам, у тому сенсі, ой, ой я прийду до нього, що я буду йому говорити, все таке. Ти психотерапевт. Угу. Я знаю, що ти ще психіатр. От да. можеш пояснити? От, як, знає, як зрозуміти, що от я прийшов до спеціаліста, і він дійсно спеціаліст. От що дає вам освіта? От просто диплом це не показник, правильно? Як ви освіти, як ви набиваєте собі авторитет? Можеш сказати? Ну, це, мені каже, змішані речі, тому що. Дивись, ти закінчив, у тебе, от яка освіта? ми не планували цю розмову, я знаю, що. Да, да. Ми... Медицинська? Так, медична. Да. Ось, а дальше, чтобы развиваться, де треба рухати, чтобы стать психотерапевтом, например, гештальт терапевтом, там, Це якісь... Ну, клинически здесь необходимо получить специализа... специализацию по психиатрии угу. и затем ну, более узкую по психотерапии. Угу. А что касается вот парадигм там каких-то, то это да параллельно, возможно, угу. если человек чувствует специалист, что ему какой-то инструмент особо понравился, он может в это углубляться. Uh -huh. Но вообще вот есть такая очень интересная ну, выражение, uh -huh. да, что э, в психотерапии работает альянс клиента и терапевта. То есть здесь необходимо, чтобы люди э, ну, друг другу подходили, по… Uh -huh. то есть была эффективность. вообще подходило. Да, как? и по поэтому и для того, чтобы понять, к какому специалисту uh -huh. вам нужно идти, вам нужно изучить uh -huh. uh -huh. э, ну, все, что вы не можете узнать. И ну все, спасибо. С нами был Евгений Моисеев, психотерапевт. Спасибо, что пришел. Да, да всё доброе. доброго дня и, в хорошего настроения. Да, да. доброго.